Всем привет, с вами снова Рахнепушка, и сегодня я буду продолжать поигрывать в игру «Темнейшее подземелье». Так, переводится «Darkest Dungeon». Я почему-то постоянно говорю «Dark Nest», «Темное гнездо», типа «Гнездо темного подземелья», как это «Dark Nest», почему-то «Darkest». Улучшения дилижанса пойдут на пользу вашему списку и всему поселению. Всему поселению как? На самом деле надо, типа, все прокачать, там, типа, избавиться от болезней, дебилизма и всего такого, там, этот. Жаль, аутизм не лечит, мне кажется, у каждого персонажа такое, либо болезнь такая, либо плохой перк. Ну ладно, в последнее время они меня удивили, то есть там случилось так, что вся пати была в плохом состоянии моральном, и только один из них типа сбрендил, остальные такие: ха-ха, мы будем сражаться, молодцы, молодцы. Реально, мне понравилось. Стараются, парни, стараются. Сегодня посмотрим одного босса, скорее всего, убьем. Ну, игра, пуск. Once our estate was the envy of this land. Так, блин, на меня все эти комары нападают. Мне кажется, нужно выполнить, короче, убить босса какого-то DLC-шного. Что-то очень на это похоже. Скотерница у меня нулевого. Это тоже. Вот, кстати, по поводу вот этого парня, ну не знаю, типа, самобичеватель. Фигня какая-то. Так, что у нас там? Подожди, нет, сейвнулся или нет? А, мы в последний поход уходили, а чё, типа, парней не направил на тебя, да? Не, подожди, направил. Тебя куда можно отправлять-то? А, чё-то, видимо, промахнулся. Понял, у него там самый первый заход был, просто ужасен. Так, понятно, тут двое, заперли, лечат. Так, щиты есть. Щиты, по-моему, могут пригодиться сюда. Да, щиты сюда удешевляют изучение навыков. Кузница. Угу. А тут купчие нужны, да, щиты и купчие. Ну, пока ставим, пускай поднакопятся. Бухта третьего. Убить сирену дают на оккультиста. Учение уровень первый. А можно пати из третьего уровня отправить туда? Ладно, давайте посмотрим. Так, точно крестоносец пойдет. Вот. И, пожалуй... Блин, от первого. Подожди, а другой собачник у меня где? А, он до сих пор лечится, что ли? Ну, давайте Димаса отправим. Четверо смелых. Так, окей. Да, ты уже нормально все? Да, действительно. Так, ну по навыку... Хотя нет, навыки надо проверить. Ага. Пистолетный выстрел против отметки неплох. Да, вот эта тема прикольная. Вот это прикольная. Подожди, что там у тебя еще есть? Неприцельный выстрел. Надо бросить. Урон. Урон, кстати, больше. Но он с первой позиции делает. Глубокий порез. Угу. Боевой натиск.
Ближний бой А, он передвигается. Сатан, здорово. Твой анус похож на протухшая манго. Ты про свой, что ли? А, не тот стрим. Че? Что это было? Тебя обижают? Кто тебя там обижает? Кто посмел? Щаем с сечем. Разбойник. Дальнобойные навыки. О, меньше. Где? Так, уклонение здесь. Тут тоже уклонение. Не, давай. Давайте он будет уклоняться. Рукопашные. А там вообще где-то пишется, рукопашные это атака или нет? Друзья, а нахрена я тебя развил? Это же прикольная тема. Бали. Взял, просто так деньги потратил. Перму за анекдот дали. Мне, наверное, не надо это произносить. За анекдот. Что там за анекдот-то был? Есть. Это... О, этого нету. Блин, сейчас и деньги потрачу, а? На босса собрался. Денег почти не осталось. Сирена, поехали. Припасы. Факела, наверное, сойдет. И один ключ. Все, короче, типа на последние деньги пошли. My lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was возможно, then. Возможно. Troublesome later. Если честно, анекдоты так себе. Так, что? Я что-то пропустил, а что сирен делает? Ой, блин, это рыба. Мне кажется, чатик всегда смеется от каких-нибудь странных анекдотов. I always wondered what became of the unfortunate little whiff. Я бы пошел вначале по долгому пути, но сдается мне, типа, здесь не рандом, а специально в каком-нибудь самом последнем помещении оставит босс. Вот почему, когда я застаю врага врасплох, то... Как бы это сказать? Они не меняются местами. Как меня застают врасплох, так у меня все местами меняются. Капец, так. И, короче, по отметке. Так жахни. Чё так мало? Угу, дальней атаки нет. Ага, значит так, я никогда не смеюсь над карликами, потому что я вижу это. Твич не бань. Мне сейчас пермобан дадут на Твиче. Да вы надоели! Soothed. Sedated.
Куда ты иди? Press this advantage. Give them no quarter. Да ладно, нет тут ничего. Никого. Да ты знаешь, типа, кто их знает? Ты знаешь там, сколько у меня ботов сидят? Типа, я не удивлюсь, если Twitch такой, типа, следит. In Radiance, may we find victory. Так что ты недооценивай Twitch. Типа, они те еще партизан. Their formation is broken. Maintain the offensive. А вот это вот плохая шутка, если честно. О, лучик пригодится. Вообще-то, мне кажется, мы очень серьезно гребем, а вот этого надо это остановить парня. Где ты эти шутки находишь? Давай начнем с этого. Лично оцени педофилии и месячные физическими недостатками норм. А это не очень. По-моему, вместе педофилия была. Про сестру я сказал не очень. Про нацизм. Шутка про евреев не обязательно про нацизм. Физические недостатки... Я смеялся над такой. Ну, выше этого это... Короче, не привирай. Ты прокурор. Continue the onslaught. Destroy them all. Представляешь, они призывают Олю уничтожать кого-то. Бедная Оля. Ау. Тоже не особо смешно, я наслаждаюсь реакцией псевдоморалистов. Я тут еще псевдоморалист. Так, че мы? Троих этих вырубим. Sedated. Fugated. О, нормально. А, подожди. Другой твой юмор? Это есть еще другой? Когда печально. Falls, a faint hope blossoms. Да блин, они надоели. Короче, это просто как опять все мужики, которые накладывают стресс, ходят первые. Сволочь. Блин. Вот когда не надо, ты ходишь раньше. Рене Декарт заглянул в бар. Бармен спрашивает, заказывает ли думы, ответил Декарт. И исчез. Ладно. Я слишком отстал для такого. Я не помню даже, кто такой Декарт. Littering gold, trinkets and baubles. Подожди. Математик. Заглянул в бармен, бармен спрашивает, будете заказывать, не думая, ответил Декарт и исчез. Сложно. Типа, люди, которые идут в стример, они не умеют думать. Так что, типа, я не умею думать. Если только treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. От него стала широко известна фраза, я мыслю себе... А, во, вот это я... А, да, вот это я знаю. А, он, а, все. Что-то у меня про координаты, я такой, блин, а при чем тут координаты? Да, прикольно, прикольно. Я, кстати, даже, по-моему, недавно слышал эту фразу где-то.
Ладно, теперь я буду смеяться, чтобы понял шутку. Нормально. Да, я глушанем кого-нибудь из них. Вот, вот ты. Глушанись. Бля, а сколько он урон наносит? Я вот не помню. Ладно, 8 урон, нормально, серьезно. Блин, не достаем. Я вот обратно его не думаю. Не-не, это я понял. Типа, потому что он сказал не думаю. И рот рассолом поливает, блин. Все, офигели. Забавно, что математик сказал вот эту фразу «Я мыслю, значит, я существую». Я такой, типа, это больше похоже на философа. Да, блин. Вот на наших накидывается оглушение. Ну вот охренели, блин, а. О, парня уклонение, как не в себя, блин, а по нему попадают постоянно. A devastating blow. Слушай, а что ты тогда такие мудрые шутки на тех стримах не рассказываешь? Или за них тоже банят? Или там чат не понимает? Ну понимаешь, ты ходил к тому человеку, у которого есть чат. В моем обычно никого нет. Да, блин. А, так везде приходится. Ну ладно, это так. Продуманные вещи. Не, ну надо помнить, что типа вот этот парень сказал вот эту фразу. Это дам. А то такие недоросли, как я, ну, не знаю. О, найс. Что зашло? Не уклонил. Да, я понимаю. Да, блин. Из моих знакомых только мой лучший друг, я думаю. Ну, молодец. Consumes the mind. Ау. Бля, 6 стресса получает за один раунд. Охренеть, бля. Блин, я бы тут стресс себя бы снял. И откилился бы. А, ну да, я еще не достаю. О, нормально, нормально. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Слушай, как у тебя дела вообще нынче? Чего можешь интересного рассказать? Кроме того, что тебя на стримах банят. Слушай, а забавно, что вот реально такой, типа, пермобан, так, сходу. Оу. Что это такое? Мир сходит с ума, а я радуюсь. Мир никогда в своем уме и не был, если так подумать.
Так, это я по двум попаду. Надо бы кого-нибудь из них вырубить. Так, легонечко. О, нормально. Лучик. О, неплохо у меня был. Бля, ну 8 урона же эта штука не наносит. Чего урон не пишут? Сколько у тебя урона? Урон. А, урон 3-5. Значит, модификатор урона меньше. Он обычно больше урона наносит. Ну, вот. Блин, я перепутал способность. Белые моют ноги черными. А, белые моют ноги черным за грехи предков. Вот тут я тебе ничего не скажу. Тут проблема, скажем так, немного в другом. В изначальном подходе, а теперь уже ничего не поменять. О, Ириновая, здорово. Много пропустил. Юпики, здорово. Сосочка? Какая сосочка? Там ты сосочка. Я суровый человек. Так, Ириновая, много ли пропустил? На самом деле нет. Я только в подземелье по факту зашел, прошел по одной кишке, возвращаюсь обратно. Пошли убивать босса. Ну и все. Видишь, мне, в принципе, непонятно такое явление, как расизм, я тоже его не признаю. Но, понимаешь, у них положительный расизм. Это вот я вот этого не понимаю. То есть, по факту, есть такое понятие положительного расизма, и вот. Это так. Блин. Ну ладно, 50% было, по факту. Могут жить в мире? Конечно. Конечно могут. Но не будут. Ого. Блин, у обычной атаки нет бонуса против отмеченного. Любой расизм плох, ну вот, типа, то, что... Нет, то, что они, короче, да, ну вот, в каждой компании должен как минимум один чернокожий работать, это называется положительный расизм. Ну, так, типа, льготы тоже и так далее. Типа, потому что льготы из-за расы идут. Это понятие положительного расизма. Блин, этот парень сейчас походит. А, блин, за что? Все белые могут отдыхать, нет, не могут. Не верь. Это, типа, плохие люди тебе рассказывают. Вот веришь, во врагах ни одного чернокожего, хотя я не уверен, какого цвета кожи эти парни, но судя по лицам, не они. Один черный. А, я понял, это знаете как... Ну, обычно у нас, по-моему, принято то, что, типа, евреи не работают, ну, то есть много работают, но среди них есть такая шутка, вот, типа, приходит как-то еврей на работу, спрашивает, а вот тут евреи работают?
Ему отвечает, да, работают. На другой приходит, ну, там то же самое отвечает. Приходит на третий, говорит, у вас евреи работают? Говорят, нет, не работают. Он такой, вот тогда я к вам, мне как раз нужно отдохнуть. Сам сказал, что один черный дыр. Я имел в виду как минимум один. Ладно, все, типа, не перевирайте. Не надо мне тут. Да, нет, будем честны, бесплатно. Ты знаешь, у меня на работе считают, что я тоже должен работать бесплатно, учитывая, сколько мне платят в последнее время. Так что, вот там, типа, там обращают внимание не на цвет кожи. Так что все хорошо. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. В смысле не хватает места. Ну, бейби, ну, ладно. Кровь пока что мне не особо нужна. Вижу в тебе зачатки плантатора. Угу. Ладно. Я не буду вам рассказывать, как я в этот ругался на игру. Блин, как она называлась? Тропика, что ли? Где ты, короче, диктатор на острове. И там я плантации строил, но на них никто работать не хотел. Я не плантатор. Я не знаю. Странное определение. Что ты такого плохого сделал, за что тебя мразью-то называть? Sparkling eyes of youth, twisted and made merciless. Так, вот этого парня вообще впервые вижу. Коллекционер. Да, я думаю, мне хана, да? A singular strike. Какая дикость! Мне конец, ясно. Бля, глушение не сработало. Так, я сказал оглушить. Да что ж такое, у него 50% до 2 оглушения не сработало. Даже у одного был 110% шанс. Что это? Защита головы. А, они типа персонажи. Это висталка, это вроде рога, похож, по крайней мере. Или там батлмастер. Капец. На тебе! Че там бафнули? Защита там. Собранная висталка. Куда собралась? Ни хрена. Ты будешь проходить игру или пока не бомбанешь? Какую? Типа... Darkness Dungeon? Ну, наверное, все-таки больше пока не бомбану. Да, блин. Я уже готов. Вот. Так, ну это игра, в которую я не собираюсь проходить, я собираюсь в нее играть. Так что, может, я ее заброшу, а потом когда-нибудь вернусь, а пока что, ну, пока играется, играю. Ау. Бля, еще глушанули. Еще и кровотечение. Так, я предполагаю, что если я этого парня убью, то все закончится, так что надо просто, типа, сопротивиться, поддержать. Держись! А вот это плохо. Черт. Так, надо как-то попасть по всем. А по всем никак не попасть. Прицельный выстрел. Модификатор урона меньше, игнорирует незаметность, снятие незаметности.
Гоблин! Суки. Да, вот тут все пошло по одному месту. Блин, сейчас зафокусят, а? Да, молодец, сейчас еще... А, ну ладно, не сработало. Ау! Капец, шесть... Вы что, охренели, что ли? Нет, смотрите, фокусят мудилы. Все, она сдохнет, скорее всего. Да? 17 урон, он потрясающий. Мудилы. Да, супер, еще кровотечение, да, молодцы. Да, молодец, Маш. Ну какого хрена? Да потрясающе опять. Я опять защищаю. Я обожаю эту игру. Давай еще кровотечение настакаем. Ну ладно. Что это дебильный противник какой-то? Сейчас. У меня просто слов нет. Пати, Пати, вы мои герои. Ей-богу. Хороший заход на босса, где-то на половине типа умудрились лохануться. Мне нужно его убивать. Как... Так я не могу, его защищают, блин. В том-то и проблема. Типа я старался его убивать, а потом вот эта вот мудила одноглазая начала его защищать. Блин, я хрен его знать, не успеем же, а. Па-па-па. На головному убору не видно чего? А, по головному убору не видно? Я чё-то не понял. Я не понял, опять кританул, что ли? Уйди! Mortality clarified in a single strike. Сука, я ненавижу. Ну, блин, это просто звездец. Ого! Death is patient. Уйди! И хильнул! Так, я не понял, какого хрена ухиляется больше, чем урон наносит? Это просто... Сука, ёс. Они задрали! Да опять! Сука, я ненавижу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Почему так больно он бьет? Мне кто-нибудь объяснит. Мой вот этот дебил так больно не бьет. Ну, может, это и заметки, конечно. Это просто жопа какая-то. Она не выживет, ей-богу. Ну и что тут, то, что ты истекаешь кровью? Защит... Ха, просто потрясающе. Он только вот этого, типа, дефит и все. Я даже не знаю. Сообщение ждать, пока он прочитает, и только потом писать еще что-то. Возможно. Да я читать не умею ничего. Я своеобразно читаю, но мне снизу проще читать, это правда. О чем? Ставь лайк, если тебе лень прочитать два сообщения сверху. Да, да. А чего там такого писали-то? Я уже точно потерялся. Это 5-6, это 2-3. То он хоть на сия критует. Не, ну вот это вот уже борзота какая-то. А можно защищать кого-то другого, но я вам не знаю. Так, этот еще не ходил, но этот походит себе откинет. Он с защитой головы работает, блин. Нельзя. О. Можно 6 урона нанести. О! Невероятно! Что? Какой показ коллекции? Шел отсюда! Еее! Сука! Что это? Очень редкое. Это что, урон против животных минус уклонению. Кольцо убийцы зверей. Блин. Зверей ненавидят, блин. Так, давай-ка. Два урона. Да. Да, я на сирену иду. Я так понимаю, вообще будет все плохо. Я, может, и не знаю, что она умеет. Это капец, я обратно иду, у меня файты в каждом коридоре. Так как ты дрался, еще легко отделался, да? Ну, у меня, кстати, висталку могли убить, реально. Там просто такой фокус по ней был. О, вообще. Крутяк. А, они мистика. Они мистика, я думал, они какие-нибудь животные. Сирена самый легкий босс. Ну, у ученика некроманта я убивал в прошлый раз. Было легко. Что значит Сисяндра пала? У нее типа сиськи паладины, что ли, или что? Кстати, да, вот как всегда. А, он всегда самый дальний? Я думал, всегда самый последний. Но я имею в виду, то есть ты должен все изучить. Ну ладно, в следующий раз так и надо будет пойти, видимо. Так, ну, личинка меня не беспокоит, а вот гушануть тебя можно.
Супер. Там только рассолом кидаются, блин. Ну, спасибо за лайфхак на самом деле. Так, 8. Он не отмечен. У него урон 3-6. Только если кританет... А, подожди, вообще минимальный урон. Давайте вот так тогда. Блин, мне раньше оккультист не нравился, а что-то в последнее время вообще заходит на ура. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Сян до палы. Сложно. Я что-то даже уже не представляю, какой там босс будет, наверное. Судя по тому, как вы обсуждаете. Так, давай вот так. О, нормально. Блин. Ну ладно. Подхилял реально лучше. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Great is the weapon that cuts on its own. Почти отхилился. Так, ты даешь 375. Чё нам может не пригодиться? Я не знаю, скажите мне, артефакты вообще можно продавать или нет? То есть они не нужны? Блин, все по идее надо. Я вот думаю, хворостом не воспользуюсь. Хотя можно было бы. Я что-то даже вообще ни разу им не пользовался, я не знаю, что там. Лопата пригодится, может, это важно. Что, выкидывать, что ли? Крайняя плоть убивал самобичевателем. Можно. Блин. Слушайте, а игра-то вообще большая по размерам, то есть там, кроме вот этих локаций, ну, того, что уже доступно, там что-то новое появится. Я, если я вот так вот. Без... А, подождите, тут написано сколько. А, давай. Да, это повышает состояние. Все, я кстати, увидел, прикольно. Так, еды, блин, хватит только. А, вообще не хватит. Пять. Тут еще парни, которые дохрена урон наносят. Тут же обычно пишется, сколько они урон наносят, кстати. Нет? А, это пишется, сколько я им нанесу. Ага, прикольно. Шанс попадать 95%, шанс крит-удара. Я что-то вообще это не читал. Well struck. Вот это я понимаю. Так, и... Наверное, глушануть кого-нибудь надо. Давайте вот так, чтобы... А, ну да, чтобы убило. Самое лучшее оглушение, это когда ты убиваешь врага. В целом, если ты не тупой, игра... На игровых недель 50-200. Блин, мне очень понравилось, что ты сказал, если я не тупой.
Что может очень сильно объяснить, какого себе мнения. Не, ну я думаю, если у меня герои не будут погибать и будут подниматься, то, думаю, не очень все сложно будет. У тебя там 3 хп. По факту это и убить мог. Умирай, да. Блин. Блин, я подкиляться хотел. Тут никак пропустить ход нельзя. А, можно ударить кого-нибудь позади. Во. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Не, ну боссов постепенно проходить начинаем. Что очень хорошо. А, не будут погибать. Да я уверен, что погибну при первой же возможности. Свистки у меня уже есть, кстати. Блин, 750. Так, ладно, все. Чтоб вот это. Так. Статуя излучает великолепную ауру. Я бы сюда освещенное бы что не кинул. Ну, давай ты. О! Круто. Как ни одного The Cells? А я что-то не видел, а что там обновили? Ну, типа, ты можешь сказать, что там обновили, может, я увидел, не? Так, здесь мне понадобится... Учение. А можно это факелом сжечь? А, про Альфу. Ну, было прикольно. Ну, на самом деле, из того, что я заметил, это, типа, убрали привязку параметров к вещам. Ну, я имею в виду, что они не прибавляют параметры. И... что там еще было такого? А, ну и ледяные осколки, как я заметил, перевели с брутальности на выносливость. Что довольно-таки неплохо, учитывая, для чего она нужна. Так, 14. Кстати, сможем убить, наверное. Сейчас, короче, его дебафнем. И потом, ты сколько наносишь? 5-10. А. У ледяных осколков урон порезали. А вот это я что-то не заметил. Но я что-то как-то за уроном не особо следил-то обычно. И доты переработали. Да. Но я как бы не такой специалист, поэтому не понял. Так, я очень надеюсь, что похожу раньше этого парня. Следующий ход. Алян. Двадцатка. Да что ж такое-то, а? Пипец. Я обожаю скорость своих персонажей. Ой. Мне особенно нравится, когда он, короче, ноль хиляет и кровотечение накидывает. Is a rarity in the fevered pitch of battle. Так, ну ты. Не трогай рыбные останки без противоядия, траванешься. Ну да, я знаю, что противоядие можно использовать, его не было. Болезнью какой. Да ладно, вылечь. Тут хоть что-то можно найти на самом деле. Па-па-пам-пам-пам. Так, ну вылечи. Молодец. Я понимаю. Мамкины подсказчики на месте. В смысле, а что мне нравится? Мне как раз по приколу, если мне подсказывает. Блин. Так, ну давай тебя выкинем. Подожди, а три портрета только можно носить? Чё? Поля.
И, пожалуй, факела, что ли. Я уверен, что еду мы больше не найдем, поэтому голодать точно все будут, поэтому давайте так. What is you say about my mama? Нет. Зачем тебе Ахмед и Висталка? Ну, Ахмед, ДДшер, дебафер, Висталка, хиллер. Они нормально вместе работают. Типа, если с Висталкой что-то происходит, Ахмед может хреново или круто хильнуть. Не, они реально в пати неплохо заходят. Короче, идем в самую последнюю комнату. Только какая из них самая последняя? Наверное, нижняя. Я тебя обожаю. Так, это выкидываем, вот это берем. Все, поехали. Я не хотел трогать. Рыба явно не голодала. Потрясающе, в рыбе была купчая. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. У него есть план, он придержится, да, делает вид, что они не лечат. Да, он делает вид, что они лечат. Ну, смотри, у него вот эта вот хрень, она просто зверская. Смотри, он вырубил парня просто сразу же, он дедэшер. Он самый главный дедэшер из этой пачки. Сколько там? О, нормально. Сука, вот, типа, ДДшер, который должен быть ДДшером, вообще ни хрена не попадает. Так, меня беспокоит. Я, наверное, вот это беспокоит. ДДшер, где бафер? Где бафер? Ну ладно, у своих тоже бафает кровотечение. Ладно, это правильно разыграем на старте боя, и один делает ваншот при раскате. Не умею я играть за шута, я за него попытался, вообще не зашло. Ау. Какого хрена? Враги вообще не должны по нему попадать. Еще крипту, блин. О, ДДшер, ты чё? Один хп оставил. Один хп, дебил. Шо вы там ссоритесь? Если тебе не лень, ты можешь ходить по коридорам, нажимая В, ОК, Д. Чё? Секретку. Что вы за люди-то, а? Ну, а я, кстати, понял. Я секретки никогда не находил. А разве тут там какой-то ключ не нужен? Не, наверное, пожалуй, типа, таким способом пользоваться не буду. Ключ для сундука в секретке. Ну, а, типа... Не, ну, а чё там такого есть, вот, к примеру? Ради чего стоит искать секрет? Тин-тин-тин-тин.
но... Блин, на этого парня убивать пока не хочу, я хочу подхиляться. Давайте дебафнем его на урон. Пара камней по 3500. Самый полезный артефакт на хил или урон. Хрена себе. Ладно, я не этого ожидал, что мне скажете. Поставьте парня в покое. Смотреть, как он будет слепую дрочить каждую стенку. Я просто посмотрю, как это работает, но я говорю, я не хочу. Блин, у меня аж ключ был. Черт. Есть ловушка. А, нормально, окей. Я вот этого не понимаю, то есть, типа, я открываю сундук, там ловушка, а потайное, типа, помещение можно найти только при помощи ключа? Там двойное дно, что ли? И эти аутисты это не могут придумать? Это просто интересно, вот. Ой. Ясно. Ясно, как это работает. Да, еды нет. Все плохо, народ. Все плохо. Идем. А, лопату я не выкинул. Another mariner, another misfortune. Клептомания, понятно. Ну, на мой взгляд, это как-то не сильно мешает проходить, но, типа, может, я что-то неправильно делаю. Все плохо. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Навыки Октопляс. Так. Не, ну вот просто я, интересно, я, по-моему, как-то раз только находил ну, мне говорили, где потайная комната, но я, типа, туда не пошел, так. Вот как Пати должна ходить, ну, бля. Я думаю, все остальные с ума посходят. Бля, мне факел гандошит. А, ты про мое прохождение сталкера НЛЦ не видел, да? Я думаю, его даже удалить надо. О, блин, это было хорошо. Я там первый квест, даже когда выполнил, он грелся сдохнуть. Я ненавижу эту игру. Пример, как оттенок выброшенный на улице без помощи, его ждет быстрая и голодная смерть. Ну, в принципе, вы даже правы в каком-то роде.
Типа, учитывая, как я играю в игры, и то, что я в этой игре умудрился избавиться от еды, а еда понадобилась, то убей ты его уже, а! Dark Souls. Так я прошел Dark Souls. Я прошел Dark Souls с модами. Я прошел Dark Souls, не прокачивая уровень. Так что, типа, не беспокойтесь обо мне. Еее, наконец-то, три раза понадобилось. Ты-ды-дэшер, какого хрена? Никакой ветер знаний, задует священное пламя. А, вся хили будет, офигеть. Менюшка не пройдет. Почему я прошел, я нажал выход, и оно вышло? Я прошел игру? Что это будет? Не верите в мою мощь? Недооценивайте ее? Так, надо еще факел пробафать как-нибудь. Пока они заняты мной. Да что ж такое-то, а? Как все плохо. Да что ж такое-то? А, подожди, а что мне факел-то пробафать? Мне есть факел. Ладно. Понятно. Тэкс, так. Теоретически, эта комната дальше, потому что здесь клеток 4, а здесь их 6. Логика. Погнали сюда. Стрим робит. У меня чата нет, а у вас норм. Забудайся. А, ну, типа, если робит, да, надо перезагружать. Какого хрена, блин? А у меня нет попасок. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Экспедиция обречена. Не трогай, дебил. О, молодец. Я обожаю эти аутисты, они самые лучшие аутисты в мире. У него хп нет, я на босс файт перехожу. Да, она реально самая дальняя была. Без желания. Ты, сука, не понял. Так, погодите. Так, стоп. Урона... Надо было... Подождите, а как можно вообще хворост применять? Мне вот интересно. А если я его убью? Тогда что? Типа, я его легко сейчас могу убить. Но мне вообще ничего не пишет. Я даже не знаю, ладно, давайте один раунд ничего не будем делать. Так. Нужна метка. А чё на второй раз ходит? И смерть угрожает моей королеве. Переломлеть чего? Behold, игнорирует незаметность. Ау. А, блин, он еще и первый не может стрелять. Ладно, на тебе. Притонул, по-своему, вообще норм. А, он возвращается, окей. Сука.
Что это такое? Блин, это просто капец. О, блин, какая-то хреновая позиция это, а. В смысле? Ой, дебил! Нет! Да! Кто мне там сказал, что это самый простой босс? Абдул, все очень плохо. Так, ты это можешь делать из... Давайте меня есть. Боже ради. Да что ж такое, блин, в этом кровотечении дебильное. Не-не-не. Ну ладно, хоть что-то. Мне кажется, у этого парня будет сердечный приступ, я не знаю, там, типа, что вообще в этой игре есть. Он сражается за любовь. О, молодец. Режет вены за любовь. О, блин. Это из-за того, что у меня одного персонажа нет. Блин, знал бы я. Это просто капец. Я не могу, короче, хилять, как хочу. А этот дебил не хочет хиляться. Я даже не знаю, как это описать. Я вообще ничего не могу по факту делать. У меня просто пати вот под такой порядок не подстроена. Они ничего не могут. Хилять не могу. Глушани его. О. А, подожди, он возвращается? Окей. Пора ему не все. А, у него два хода, все, я даже заметил. Парень определиться не может. О. Что-то как. О, ни хрена. А ты являешься мистикой? О, является. Блин, я ее долго буду бить. And now the true test. Hold fast. На, один хп. Мы с моей любовью останемся здесь навечно. Оставайтесь. А если я спаю, ну, типа, если я свалю из сражения, то что произойдет? Блин, капец. Оглушение, да? Вертиго. Да что ж такое, блин, все, это просто капец. Это отличится, все, он труп, он реально труп. Дебил, блин. При смерти он, блин. А, еще и ход пропустил. Главный аутист. Главный. Просто. Его из родного города выгнали. О, висталку сперли, молодцы. А можно мне походить, я не знаю, там. О-о-о-о-о. Все. Супер. Не логично. Можно уйти? Дайте уйти. Да
Да, я хочу уйти. A wise general cuts losses and regroups. А, супер, я еще без висталки ушел. Я потерял двух персонажей. Двух! We fall so that we may learn to pick ourselves up once again. Кто там сказал, что я буду игру проходить? Это самый дебильный босс. Зато гербов набрали 36 штук. Жестокость. У меня тоже заменено фотомания. Бой с руин. Я бы тоже руины после такого боялся. Что это было? У меня просто пати не была приспособлена под такое сражение. То есть по факту, типа из-за того, что их трое, эффективно никто действовать не может. Я даже не знаю, кого брать надо в таком случае. А, блин, вот это еще дебила сидит тут. О, как я тебя обожаю. Уходи, уходи. В смысле? Ты кто? Став свидетелем неприятного не будет молиться в городе. А, только за 1500 тебя, а? А больше ничего не хочешь? Иногда полезно найти тихое местечко и спокойно. А можно его казнить? Я не знаю. Я не глава тут местного города, случайно. Я даже не знаю, кто этот хрен. Он тут постоянно сидит. Прокаженных. Че умеешь-то вообще? А, рубец. В принципе, неплохо. Сечка. Меньше урона, но бьет двоих. Что-то шанс попадания какой-то низкий. Ну, ладно. Очищение. Использование за бой один месть героя. Амбрят. А, вот это прикольно. Ну, что-то фигня какая-то. Или это женщина? Не, это не женщина. Наверное. Всегда убивал босса либо метками, либо самобичеванием. Чумным доктор. Ну, надо было, может, чумного доктора взять. Я не знаю, что босс умеет. Это просто... Это было извращение. То есть пати, в принципе, нормальная была. Но, типа, из-за позиций, ну, у них шансов не было. Давайте воителя возьмем вместо крестоносца. The raw strength of youth may be spent, but his eyes hold the secrets of 100 campaigns. Hungry campaigns. Давайте на какую-нибудь обычную миссию пойдем. Потрясающая обычная миссия. Сразу видно, обычная миссия. Сильный принц какой-то. Так, вот это долгое учение один. Дают нам выродка. А, потрясающе. То есть эти вообще теперь на эти миссии не буду ходить. Супер. А на боссов-то ходить будете? В первой позиции ничего не умеет. Че, хотим попытку номер два?
Так, у тебя что? Ну, ты... Первый ряд, в принципе, не небольшая проблема. Зем, то есть я могу на сирену пойти? Привет, старая ведьма какая-то. На наемника. А, супер, а эти еще отказываются идти туда. Так, я уже готов игру бросить. Так, допустим, вот так вот. То есть я чумного не могу с собой брать. Круто. Так, ты со второй позиции стрелять, в принципе, умеет. А, блин, у меня хилера нет. Я бы вкачал защиту на воителя. Вот у парня сразу, типа, если R не читать, так как в английский, типа, принято иногда, то это мудак. Ну да, вечно больной, я, типа, у него, по-моему, 3 болезни был. Кстати, против отметки бьет, и на второй позиции он даже может, типа, зайти. Сейчас, с другой стороны, песель отметку вешать умеет. Если вот так вот. Ебаш самый бичевательный на первый слот, у него хил есть. Я что-то как-то его навыки прочитал, мне не понравились. Да сейчас мы такой пати попытаемся, мне кажется, типа может зайти. Угу. Вот все, у тебя что-то пригодится. Блин. Этот не может. Этот тоже не может. Так, лопата. Ключ возьмем и... Стоп. Чё хотя... А, еда. Отличная пати, погнали. Да, сейчас, короче, тоже какая-нибудь жопа близит. Он сам поймет ошибку, что у меня надежда только на одного персонажа, да? Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. Я ресурсы беру? Ты вообще о чем? Экономист. I always wondered what became. Так, где там самая дальняя комната? Можно убрать, пожалуйста. Так, вот это получается? Вроде да. Это что? Написано, пожертвуй огнем, достав факел. А, это хрень. Все понятно. Я тут думал, про какой алтарь говорили. Что? А, у меня святой воды нет. А хрен с ним. Вода заражена, супер. Понос.
хрена? Сколько игра говорит, что обо мне думает? Тин-тин-тин. Там сзади опять красная эта хрень. О, бля. Вы даже попадать умеете? Нифига себе. Так, ну это за два раунда вдруг. А, подожди, блин, я навык перепутал. Капец. Their formation is broken. Maintain the offensive. Господа, за что вы меня так не любите? Получайте удовольствие от чужих страданий, ну это как? Где? А, это она в любой точке может сделать или что? Только на себе, да? Decimated. A trifling victory. Че этой хрени так много? Victory, вторая уже. Типа, ну блин, ну чувак, ну типа, употреби. Как же больно видеть дефолтную скорость игры. Ты что, на ускорение что ли делаешь? Так, что это делает? Ослабление, метки скрит. Ну, в принципе, неплохо, на самом деле. Ау. Блин, больно. Я везучий. У них предметы на уклонение взяты почти у всех. Если я правильно не ошибаюсь. Так, это тоже сдохнет скоро. Друзья, ты до дальней достаешь? Не, давай метку. Теперь ты отмечен. У меня от этой скорости монохромное замедление. Что? Это как вообще? Так, ну я бы лебедем фиганул, но у меня арбалетчица будет ходить. Slow death, unforeseen, unforgiving. Да ёп! Ты он даже отмечен был, дура. Да. Пати, я вас обожаю. Пати на хате. Так, блин, мне бы как-нибудь вот этого парня полечить. Самое любимое у любого игрока в ДД это Миссив Стан. Просто. Сколько урон там наносишь? 24. Блин, ну может убить. Ладно, не убивай. Блин. Thank you.
Не, ну оставьте парня в покое, ну что вам сделал-то? The wounds of war can be healed, but never hidden. Блин, нам же подкрепление сейчас придет, ну ладно. Наказали за хилку на один. Не говори. Сам охренели. Так, тут... So too will resistance. Да, уберись. Кто не знает, как субтитры можно отключить? Это чё? Прокаженный. Плюс 15% урона на позиции 1. Угу. Забавно. Настройка, я что-то заходил, я не увидел. Может, они как-то там по-крутому названы. Друзья, сколько это урон наносит? 2-2. И дебафает. Нате! О, супер, труп. Блин. Great is the weapon that cuts on its own. Да, они меня еще и обвиняют. В настройках. Ну что, в главном меню надо было в настройки выходить. Ну сейчас, типа, этот, вернемся в город, я типа, покажу, что у меня настройки есть. Что хорош орать, мужик. Так. Этот стример теперь с настройкой справиться не может. Ну, все. А ты что, видел других стримеров, что ли? Стримеры вообще ни в чем не могут. Друзья, тут тоже работает. Ну смотри, вот, типа... Держу в настройке. Ну, в управлении нету. В графике нету. В аудио. Ладно, есть. Ну почему не в аудио? Раньше их там не было. Хорошо-то как. Не было, не было, только сейчас появилось, все правильно. Блин, а это защиту понижает. Убивать я его пока не хочу. Блин. Зачем ты ходишь? Ладно. Промахиваться можно. А, звучка классненькая, да, не говори. Я, что он там вообще этим душевным подъемом делает? Блин, трупов нет. Бля, он же все равно походить ему успеет. Да что ж такое? Слови джентли запись How Life Taking 7. Чио. Да, блин. Подать надо. Ты. Ну. А. Где? У нас лопаты нет. Теперь. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose.
за секундку. А хворост можно где угодно использовать. Для использования на привале убедитесь, что у вас достаточно еды, иначе герои будут голодать. Ой, блин, сголодались. Вон, видно, дрищеватые ходят. Хотя вот это дрищевато выглядит. Остальные вроде нормально. В одежде! Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Вон аж жрут на 2 хп. Держи факел либо на нуле, либо на 100. Почему? Я где-то стараюсь, ну вот в этом делении держать. Проще, если что, кстати, да. Ага, чи? Я вас не понял вообще. Так, меньше меткость. В принципе, хорошо, я бы сказал. Память его сильная сторона. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Чёртовы баферы. Можно? Да, во, молодцы. Кровотечение, вот это я понимаю. Так. Защита больше. Нифига. А можно его оглушить? Молодцы. Так, 2 урона. Угу. Я по нему тем более не попаду. Блин, он под защитой. Стример не тупой, стример хороший. Не надо меня тут, блин! Меньше 75, дебафы неприятные, меньше нуля, больше лута. О, блин, на вот этом, типа, ну смотри. Не, подожди, тусклый свет. Плюс уклонение, плюс разведка, плюс монстры застегнуты врасплох. Работает. Стресс, критический удар монстра. Ну, я не знаю, я посмотрю на 50, что будет, но, короче. Часть 75, по факту. Такое. А, почему? 60% сопротивления к лечению. Капец. Одни плюсы, да, одни плюсы. Так, ну если этот оглушенный, он назад уедет, станет. Я тогда не смогу арбалечиться попасть. Это как-то так. Одни плюсы. Одни плюсы, да? Ну чё? Просто хилять будем. Что-то мужика вообще не любит. Все его избить пытаются. Ну, поехал назад. Да, блин. Это фишка стримера, не видеть сообщения сверху, да. На 0 ты критуешь больше, лута больше. Подожди, на 0?
Я что-то, мне кажется, критические удары у монстров тоже больше будут. Так что я тебе не верю, не надо мне тут. Той воды нет, потому что паладин с собой не взяли. А еще и еврей. Да не, не, вы че? Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Так. Вода. Привет, че есть? В сладком камне вода, что-то с ней не чисто. Ну, не, ну вы че, 100% бинты. Да, о, круто. Смотрите, стресса больше. Меткость урона больше у монстров больше. А, да, крит удар у игрока больше. Окей. Безошибочность, окей. Я все равно буду по старинке. А, тут хворост нельзя применять, все. Надо было там применить. Какие минусы могут быть, когда света нет? Темнота, друг молодежь. Да какая из меня молодежь? Ты о чем вообще? Нет, сука. Блин, я вот так и знал, что... А, Вы видели? Вы видели? Этот парень не по женщинам. Он по животным. Во, все, типа, норм мужик. Блин. А, ну да, зря я ключи не бил. Нет, не трогай его! О! Повезло, что мужик был по собакам. Нет! Не трогай! О! Это тоже не по женщинам. Интересно. Да, блин. А, отметка спала, блин. А он что, на один ход, что ли? Так, оглушение у нее. Ну, понадеемся. Смотри, я урон на нашу, какого хрена? Какого хрена первый раз не такая жопа была? Это месть! О, мужик из ЛГБТ, все хорошо. Ну смотрите, как происходит. Я уклонился. А, блин, я перепутал. О, я обожаю эту игру. Почему? Пиздец. Ей! Ох, капец! Вели, профессионалист! Кровожадность, понятно. Это рискованный, капец. Минус 10 поклонений. Врожденная меткость. Ну, прикольно. Вот это надо у нее упрочнить способность. Набрал пати. Не, ну в смысле?
типа чернокожая, но была не из этих манод. Может, она асексуал, конечно. Типа, или этот, типа. Типа, ну на чернокожих не работает, ну мы понимаем. Блин, реально, что на них не работало? Предмет какой-то был. Да не, вроде. Я видел сотни боев против нее, такой впервые. Видишь, смотреть мои стримы полезно для здоровья. Так, ты. Жденная меткость. 7000! Так, пошло оно в жопу. 7000. Сколько денег-то нет? 7000, блин. Так, какая там хрень у меня есть? От чего можно избавиться? О, блин. Так, стресс, нервозность. Вот она нервозная, блин. Чувство вины. Я вот не знаю. Ладно, хрен с тобой. Я чё? Так, медитация пофиг, но вот живость фигня. Её от кровожадности избавим. А, я понял почему, что она уже это, типа следующего тира или как это тут называется. Отойду. Так, они отправились в бан-лист за слово П. Кто? Кто они? Блин, почему у меня первый заход не такой, что мы бы быстро ее бы изнасиловали? А нам это не позволили. О. Так, геройский боевой навыки. Короче, покруче. Бля. Так. А тут ничего, мне кубчик не хватало, да? Ага. А, ну давайте разовьем. В принципе, чего бы нет. Ну. Что-то у меня сегодня комп как-то подтормаживает. Так, кристалки нету. Что за искатель? Ложись. Нет, Кэт. Мокшая команда. Это тоже босс-файт какой-то, да? Очень редко урон против мистики. С определенным кровотечением. Минус 20% УЗ, охренеть. Старая ведьма. Так, что-нибудь такое, типа, для продвинутых чуваков. Или ветеранов. Так, не, подожди, не с тебя начнем, не с тебя, не с тебя, не с тебя. Подожди, вот с тебя. Вот эта штука прикольная. Там что развивается? Кровотечение будет больше или что? Не понимаю. А, это как... А, все, увидел. Это, короче, типа, насколько гончий 2 сверху, снизу 3. А, ну кровотечение будет лучше. Крит, ну, типа минус. Понятно, берем. Ну. Так, тут что будет? Защита меньше. Но в этой пати не особо пока что надо. Если хиляет лучше, и вот это. А, ладно, я это тоже. И все. У тебя денег мало?
У меня денег не бывает. А, награда изменилась. Прикольно. Факел. Факел более-более... Больше урона стресса. Погодите-ка. Нет, стоп. А я точно туда хотел пойти? А, я вот сюда хотел пойти. Хотя... В комнатах собрать 3 реликвияс. А давайте сюда пойдем. Что это такое, руины? Все, вот мы и бедные. Так, я вас правильно поставил-то вообще? Я срочно нужен заход с антикваром. А, чтобы деньги? Блин, что-то мне кто-то рассказывал, что антикваром больше денег, что ли, получает? То, типа, не знаю. Антиквара возьми. Ладно. Бери антикварку. Модератор от Твича, плохие люди. Бывает. Давай. Ну, блин, мы, конечно, об этом им говорить не будем, но все мы понимаем, что есть правда. Да? Твич, да? Не баньте, пожалуйста. Че нам по времени? Еще 1-2 захода. Блин, надо во все комнаты сразиться, да? Там файт обязательный, но я не знаю. В этой комнате ничего или что? Серая. Не, пауки. А, смотрите, они типа покруче. Получили приписку огромный. ХП у них больше. Раньше, по-моему, 6 было, что ли. Окей. Как я взял бы сюда антиквара? Это типа 3 уровня миссии. Типа я боюсь сюда кого-то брать неподготовленного. И порвут, блин. Ну блин, это этот своим свитком вынесет, так что я даже не знаю. Давайте глушанем заднего. Просто я Игра, я тебя обожаю! Вообще, блин, крутяк! А можно попадать, ну, пожалуйста. Так, когда полный свет, уклонение больше, разведка больше, монстры застигнуты врасплох больше. Я не знаю, что-то как-то... Вы мне там говорили, там, как будто какие-то гипербонусы. Ну, уклонение, это, конечно, круто. Так, ну, это задыхает. Сейчас мы этого за жопу кусаем. Я сказал, за жопу ему кусить. Ау. Супер начало. Так, куда-то лутаешь антикваром, что-то у нас с этим шансом по 500 голды и больше вытаскивать. Ну, посмотрим на... Ну, блин, я даже не знаю. Прикольно. Только микротечение. Ржавое закрытое железное дело. Закрытое. Хм. Да нет, нахрен надо. Я бы сказал, лопата нужна, но лопата мне вот для подобных вещей. Еще один забег? В смысле, а я что, за этот забег не получу денег, что ли, по-вашему, или что? Типа, ладно, я тебя не боюсь, давай.
Клаустрофобия. Подожди, а что это делает? Большой страх закрытых пространств — это как? Это как проявляется вообще? Так, если мы пойдем... Блин, тут обязательно файт. Ладно, пошли через верх. Я сказал, пошли через... А. Ладно. Все хорошо. Эй, вы что, голодные, что ли, а? Вон, будут деньги. Деньги будут. Понимаешь? Этот забег еще закончить надо. И деньги уже есть. Хотя вот это вот какой-то костяной командир, блин. Ни хрена у него ХП! Молодец, что промахнулся. Вообще, блин. Я вот только этого и ожидал. Ты очень переживаешь, как кино. Ну, мои, да, заходы, типа... У тебя какое-то... За... О, 70%. Охренеть, кровотечение 220%? Это как вообще? Он, типа, лечится от них? Ну, ты нечисть, так же, знаете, по башке. 11 урона. Чуть мало. Дай. Ну, насколько вы хороши, блин-то, а? Скелет. На тебя, блин. Мне кажется, типа крестоносец у... Ни хрена. Короче, крестоносец успеет этого парня замудохать, пока вот эти вот созреют, умудрятся задний, типа, это... План убить. Хоть попал, блин. Это просто борзота какая-то. Это не скелеты, это борзота. Чё, охренели, что ли? Где мои криты? Скелеты до крови. О, молодец, блин. Adversity can foster hope and resilience. Лучше пса. Да, это просто капец, они критуют как не в себя, блин. Чё, охренели, что ли? Да. Эти, короче, мажут, эти критуют. Это просто потрясающе. Идеальный заход. Игра. Они бы еще лечили. Если бы в этой игре можно было бы лечениями промахиваться, они бы промахивались. Вот агрессия, вот у меня вот агрессия. Этот персонаж — это я. Вы богохульники, вы оскорбляете мой слух и взор. Что вы, богохульники, а? Так, на этот сдохнет в следующий раунд. Потрясающе, вообще попасть не может.
Я знаю, что мне надо врагов в этой игре убивать. Мне кажется, типа, моя пати не знает этого. Невероятно! Хоть кто-то попадать мне. Inordinate exsanguination be considered a virtue. Но невероятно, ты попал. О. Парень отсюда да, сдох, я в этом уверен. Он тут же жжет там, короче, просто. A momentary abatement. А, ты не достаешь. Я даже не знаю. О, ну ни хрена себе. Да, в плохом состоянии. Подержи. Что тебе нужно врать? Пати, пати, вы мои герои. Это только начало. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. A handsome reward. То золото, а? For a task well performed. Много, все. Ну, ладно, попытка номер два. Он хоть оглушением попадает. Друзья, он защиту понижает. Чё-то на это не обращал внимания. Я что-то перепутал с другой меткой, которая типа этот понижала. Я, блин! Ну нифига, они критовать начали! По чуваку, по которому не надо было критовать. О, и они уворачиваются, прикиньте. Что произошло? Ну все, блин. Это просто победа, блин. Чуваки победить решили. Еще в пятом данже. Че за пятый данж? Не, смотри, попадает, блин. О, поехали. О, ни хрена себе. Вы это чё, а чё с вами не так? Я фанат этой игры, все. Типа, это любовь на века. A victory. Perhaps the turning point. Ну нифига себе, парни, 8 уровня. Я думаю, получать. Какую настоящую силу? Чё она там гонит? Ну, воодушевись. Ау. Не, ну слушай, они просто вообще закритовались. У вас какой там шанс крита? 50%? 90%? Hmm.
a slow death. Unforeseen. Unforgiving. Unforeseen. Unforgiven. Окей. Нет, нет. Свет отвернулся от вас, подлецы! Выхиляйся, блин. Странно, что ДД нет на телефоны. А, Darkness Dungeon? Не знаю. А нету? Может, есть? Ну, я бы, да, действительно сказал, что она не очень требовательная. Это хрен его знает. Ну да. Странно. Странно, это не то слово. Блин. Я бы подхилял, но этот парень будет ходить, он не сдохнет. Сам. Еда. Полумертвая пати. Авантюрист заповедника. Супер. Мы рождаемся голыми, но закончить жизнь я собираюсь в достатке. Что ты забрал? Клиптоман, что ли? Какой у тебя шанс обезвреживания? 45%, потрясающе. 90, 70. Давай. О, костяной заступник. Бля, они реально мощные. Капец. Ну, по идее, можно вот эти кровотечения, конечно, задеть. Что было бы неплохо. Ладно, давайте. Впечатляет, но настоящую силу дает только священный огонь. И парень такой, о, блин. Так. Бали. Чертовы уклонисты. Да нет, ну оставьте ее в покое, ну вы чего, а? Чего монстры такие умные в этой игре, а? Блин, метку еще поставили. Нельзя еще в защиту. Что это такое? А это хреново на самом деле. Когда мы пройдем в Stardew Valley. Не знаю, мы хотим пойти в Stardew Valley. Даже так умудрился промахнуть. А, да, конечно. Ну, не знаю. Не знаю. Я вроде бы смотрел эту игру. Не на стримах, конечно, просто так. Но можешь в группе ВК, типа, оставить. Типа, ну, там внизу ссылочка есть. Вот, можно там это в обсуждениях, там, типа, игры, типа, вкинуть туда. Если я реально захочу, я сыграю. Но я не знаю, что там буду делать. Типа это же этот симулятор фермера по факту. Чё там такого делать может? Она унылая. Ну, не то что унылая, она специфичная, но это симулятор фермы. Она с ума сойдет, ей-богу. А чё будет стресс, когда максимально? Все, габелла, сердечный приступ. Ну, блин, по нему попадать это только вот так. И это успех? Это успех. Блин, я думал, попадется. Такс. Глышануть все равно надо. Чтоб не отсвечивал. Да что ж такое, 45% в два раза.
Бог не благоволит слабым, найдите в себе смелость или сбавьтесь меня. О чем? А че она такого плохого сказала-то? Фермить. Там будет разрыв сердечного очка. Ну, я даже не сомневаюсь, что в этой игре такое может быть. Не знаю, куснила этого парня за жопу. Ставьте ее в покое, что за... Эта отметка, она сколько вообще работает? Или ее обновляли? Press this advantage. Give them no quarter. Ау. Ты что ж такое? Ты успокоиться можешь? Она самая кипишная, короче, в этой пати. Я понимаю, все плохо, да, и чё теперь? Они кружают от того, что говорит Кристалл. Да понятно, я просто не очень понимаю, что он такое говорит, что кринжевать надо. Типа, ну чокнуто, и чё? Извини, пёсель, ты без еды сегодня. Так, ну там файта нет. Угу. Не лохануться бы. Блин, до этого было все проще. Я не могу и не стану колебаться. Блин, вот, типа, а ты не можешь всем восстанавливать там этот, типа, ХП? Или там всех приободрять, блин. Да что ж такое? Ну что, слепые, что ли? Скоро факелы закончатся. Нормально. Блин, траванули. Фу, обливали. Ну, по факту... Типа, я факелы могу восстанавливать в бою. 13... Ой, 14 урона. Какого хрена? Чё так больно? Свет отвернулся от вас! Дура! The wounds of war can be healed, but never hidden. Да ёк. Да с едой тоже пох. Там на один раз еще есть. На один укус. 21 урона! Это просто звездец! Игра, успокойся! А то я тебя отшлепаю. Разошлась, блин. О, у меня плюс к уклонению должен быть. Какого хрена, блин. Во, еще один энергичный. Я, короче, поняли, что выживу только если сами себя хилять будут. Насколько же все плохо-то. Скажите, а может бонус к уклонению идет не мне, а то есть врагам? Просто капец. Блин, по идее, если песель хорошо попадет, то все, все разрешится. Кстати, там что, один раунд? Четыре раунда! Обойдетесь. Укуси. Молодец. Все. Крец. Ну, так, у меня бомбить начинает. В смысле, а какой лак?
Какой лак? Где ты лак увидел? Так. Пайтл употребим точно. Че это такое? Сопротивление яда, сопротивление болезни. В принципе, неплохо. Ключ. А, подожди, а что вы про еду говорили? Нормально, по еде? Таким хворостом. Все равно отдыхать не умею. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Ого. Во, потайная дверь. Зайдем. У меня, по-моему, даже ключ есть. Сука. Нашли свежий пайкл. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Это только жрать и могут. Как это выглядит вообще? А, ладно. О-хо-хо-хо! Жри! Все, понимаете, с деньгами вернемся, с деньгами! А ты не хочешь умереть со своего лака? Да... Нет. Я не могу и не стану колебаться, преследуя зло! Насколько он себя на 1 хп подхилил? Шо, ты кто? Я таких видел? Вроде видел, только он какого-то цвета болезненного не доедает, наверное. Вон, видите? Даже кожа не осталась, только кость. Иди, у него защита. В смысле? А, он скрытый! Я-то думаю, чуть-чуть с ним. Прикольно. Бей кровотечением скелетов, да? Кровотечением скелетов! Знали вам, бля! Приговор приведен в исполнение! Да оставьте его в покое! И так бедная, у него там скоро сердечный приступ будет. Так, все, под охрану это проблема. Так. Кровотечение! То есть я в этого парня не могу попасть, да? Ну, окей. Ёперный театр, это просто звездец. И он еще не становится открытым, окей. А, не подожди, стал. Что, блин? Так, 8 урона. Понятно, еще один раз походит. И вообще немного осталось. 21. Блин, он еще оглушил. Это капец. Притом, чуваков, которые автохилятся, они не бьют. Так, капец. Фу. Успокойся, мужик.
Фака, попади! Так, ну вот это тоже скопытится, да? 12 урона. Капец. Я довольно-таки неплохо стагается на самом деле. Кстати, если что, это, видимо, действительно последний заход на сегодня. Там дальше на Divinity надо будет идти. Так. Или нормально. Соберись! Ну, она от яда сдохла, по факту. Надо было лечиться, наверное. О, вот я понимаю. This expedition at least promises success. 250? Так, то вот это выкидываем, пожалуй. Тебя берем. Еду бы, конечно, бы взять, но надеюсь, эти не проголодаются, поняли? А, во. Так, все, валим. Валим в город. Ей! Room by room, hall by hall. Видели? Победа, деньги, которые я потрачу сейчас. 26750. Просто профессионализм. Лучше никто игры не проходит. Спокойствие. Типа пофиг. Не ради. Ну хотя урон бы, конечно, хотелось бы, но типа. Окей. Скорость в первом раунде. Второе дыхание. Это прикольная тема, но тоже, блин. Ладно, давайте заканчивать. Блин, мои нервные клетки, они никогда не будут спокойны. То есть, то, что происходит. Это просто капец. Типа, кто-то там сказал, что на 150-ю неделю можно пройти. Мне кажется, на 150-ю неделю у меня будет половина героев мертвы из вот этих вот. И я ни хрена не пройду. О, крестоносец. Потерянный. Потерянный крестоносец. Ковка оружия надо еще прокачать. Че у тебя там на ковка оружия-то? Купчи. Купчик нет. Давай пока. Да, все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Ракни Пушка. Вот, я, ну, кому интересно, через 10 минут, конечно, вернусь на стрим. Вот, а так, типа, пока. До скорых встреч. Еще увидимся. Спасибо за подруб. Да. Я не знаю, мне кошмары будут сниться по сегодняшней сессии. Это, короче, два персонажа, вот, блин, этой сирены, это просто лютый трэш. А чё они не сделали, короче, босса, который забирает трех твоих персонажей, короче, трех так берет, охапкой забирает, и такой, типа, один у тебя персонаж стоит, и должен, типа, мутузиться с ним. Вот. И в случае его смерти получается все, гейм овер. Просто капец был. Все, давайте. Пока. Еще увидимся.